Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля поручил Кабинету министров незамедлительно начать работу над поручениями президента, которые он озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу. Мишустин поручил предусмотреть отдельные виды помощи для семей, где ребенка воспитывает только один родитель, и с 1 июля назначить им специальную выплату в размере свыше 5 500 рублей, а также единовременно выделить по 10 тысяч рублей на всех школьников. Также, по словам премьер-министра, ряд мер будет направлен на поддержку родителей. Изменения коснутся выплат по больничному листу по уходу за ребенком до 7 лет включительно, а также материальной помощи беременным женщинам в трудном финансовом положении. Под отдельный контроль правительство возьмет вопрос о возвращении родителям 50% стоимости путевок в детские летние лагеря. В ходе заседания также затронули тему газификации домов. Также необходимо разработать план газификации домов и освободить граждан от платы за подвод трубы границы участка в населенных пунктах, которым уже проложены газовые сети.